Петербуржцам предлагают выбрать, как будет выглядеть памятник жертвам теракта над Синаем. Галерея «Мастер» представили макеты проектов будущего мемориала. В галерее представлено 10 работ. Их выбрали из более чем 60 проектов, которые присылали архитекторы и художники из России и стран ближнего зарубежья. Проект, занявший первое место, направят в Комитет по градостроительству и архитектуре для рассмотрения. Пока общественность выбирает, как будет выглядеть памятник, родственники погибших решают, где он появится. Сейчас выбор места предлагает город, где решат. Главное, чтобы не забыли за них. Памятник – это нужное дело, да. Территориально, чтобы удобно было не только нам добираться, а пенсионерам, бабушкам. Сейчас родственники выбирают место из 4 вариантов, предложенных городом. На Ленинском проспекте, в Красносельском районе, в Выборгском, Приморском или Красногвардейском районах. Пока лидирует первый вариант. 31 октября близкие жертв авиакатастрофы планируют поставить закладной камень на месте будущего мемориала.